Привет, с вами Миша. Еще не снимаю влог. Когда мне скучно, это моя кухня. Это моя кошка. Давайте посмотрим, что там. Там, наверное, не видно. У них, короче, они довольно чокнутые немножко. Ну, а так... Я скучаю. Я иногда сижу в этом. Сейчас иногда в ютубчике. Я сейчас вам покажу свой второй канал. Это он у меня на телефоне. Вот. Снимаю видео. Вот, когда мне скучно было в Майнкрафте. Вот под этим видео у меня больше всего просмотров. 29, здесь 12, здесь 7, здесь 7. У меня 5 подписчиков. Вы подписывайтесь на мой канал. И я буду вас добавлять. Вот ВК сижу, вот моя страница, вот когда у меня днюха, ну вот, еще, немножко вот, ну вот половина моих данных. Так, еще живет, а наша группа, ага, я тоже. Тоже сделала мы. Это наша группа, наш учитель сделал группу ВКонтакте. Я в 5 классе, да. Да, это удивительно, что я в 5 классе. У меня на данный момент сейчас 90 друзей. А в онлайне у меня только один друг. Это несправедливо. 90 друзей и один друг только. Ну, давайте я сейчас зайду в игру какую-нибудь. Подождите, я сейчас найду какую-нибудь подставку, чтобы вам было видно, как я играю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пошлите искать его вместе. Так, ну она вроде бы где-то здесь была. Нету. А, и где же она? Может быть, там ее нету. А, вот она. Просто у меня штатива нет, я на такую подставку снимаю. Ну, сами понимаете, он денег стоит. Мне надо еще камеру закупить, собирать на нее. Сейчас. Так, тихо, сейчас должно быть видно. Ну, думаю, так-то будет все в порядке. Сейчас я мышку только возьму. Ой-ой-ой-ой, мои бинты. Сейчас, ждите меня. А, чуть ли не упала. Оба-оба. Мышку подключаем. Так, вроде подключи. Что я тут как-нибудь вам поставлю? Ой, сорян. Всякое бывает. Ну вот, вроде бы. Так, сейчас увеличу на полный экран. Что тут у меня в друзьях? Нужна помощь. Кому это? Сначала мне помогите, блин. Потом я вам буду помогать. Что тебе тут надо помочь? Чем корабль? А, не, у меня такой нету. Нету такой штучки. Сейчас, подождите, мне неудобно. Лёхнем.
Мы возвращаемся домой. Думаю, их кто-нибудь играл в эту игру. Так, давайте закроем. О, сахар. Так, все сделано. Так, что здесь надо в корабле? 6 сахара, 6 сахара, 6 сахара, 2 пирога, 2 пирога, 2 пирога, 20 капусты, 20 капусты, 20 капусты. Ну, я постараюсь, конечно. Нет, не дам. Ой, не туда зашел. Понимаю, вам не интересно, да? О, моя собачка что-то нашла. Топорик, давайте срубим вот эти двери. Я думаю, вам не интересно, я сейчас выйду туда. Так что зачем вам это смотреть? Скучно ж. Надо просто наблюдать. Ну, вот моя лента ВК. Новости. Интересно, ничего нету. Так, давайте видосики посмотрим хоть какие-нибудь. Так, одна хрень. Это реально хрень. О! Давай вообще видели. Да как-то времени не было, мам. Потом зайду. Да, давай. Привет, Да? Хорошо. Че, кто звонил? Мама твоя до тебя дозвониться не может. Говорит, вчера плохо бабушке твоей было. Ей даже скорую вызывали. Я тебе почту звоню. Ладно, пусть играет. Пошлите, заварим с вами чайоку. Сейчас я вам все устрою, чтобы не было для вам. Блин, он отпадает. Сразу. Ладно. Так. Крышечка. Вот такая кружечка. Вот сколько у меня чайных пакетиков. Тут 200 с чем-то пакетиков. Так. Чайничек. Сейчас я возьму пакетики. Сейчас, а куда бы тут поставить камеру, чтобы меня было видно? Я думаю, так не видно. Да. Вам же видно меня? Да? 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 Ну, сейчас. Тут воды вообще нету. Надеюсь, вам точно видно меня. Ну, думаю, что да. Так. Берем водичку. Опчик. И наливаем. Ну, подлили. Теперь он долго будет свариваться. А пока он будет свариться, я себе что-то подогрею, пожрать. Пожрать еще. У меня газовая плита. Печка. Печка. Не знаю. Вот мой чай, мой черт. Что сейчас вам будет? Я вот в такой чай. Он задрал уже падать, эта камера. Короче, сейчас с Ильей буду снимать. Вот в такой чайничек завариваю. Вот сюда. Сейчас заберем оттуда уже испорченные пакетики. И вот мы в один такой чайник добавляем 3 пакетика. 3. Ладно, я отключусь.
Это будет первая часть, а вторую я уже сниму получше. То, что я снимаю не с фронталки. Я с фронталки буду снимать. То, что... Ну, так будет... Как там его? Так неудобно. Особенно мне. Ну, ладно. Всем пока. С вами был Миша. Удачи и до новых встреч. До следующей части. Она сейчас выйдет.